Добрый вечер, уважаемые телезрители. 12 марта на лыжной базе поселка Фабрика состоялись соревнования по лыжным гонкам закрытия сезона среди обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Сухой Лог. Из 10 команд, принявших участие, первое место заняла гимназия номер 1, второе место – школа номер 7 и на третьем месте – команда школы номер 4. В личном первенстве победителями стали Данил Кораблев, гимназия номер 1, и Маша Вяткина, лицей номер 17. Второе место заняли Данил Шевченко и Полина Константинова, школа номер 7. Третье место Сергей Чернозипунников, гимназия номер 1, и Кристина Бердышева, школа номер 6. Поздравляем! В городе Екатеринбург сухоложские спортсмены приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в программе чемпионата и первенства Свердловской области. Воспитанники тренера Валентины Батаковой вновь вошли в тройку сильнейших лыжников. Юлиана Акбулатова заняла второе место, и Елена Глызина стала третьей. Закончилось первенство городского округа Сухой Лог по баскетболу среди мужских команд, среди которых первое место заняла команда «Форес», второе место «Здоровье-1», третье место «НСЦЗ», четвертое «Здоровье-2», пятое место «Богданович-1», шестое место «Сухоложский огнеупорный завод», седьмое место «Богданович-2» и на восьмом месте «Центр досуга Курье». 15 марта в спортзале спорткомплекса «Здоровье» стартует первенство городского округа Сухой Лог по волейболу. Участвуют команды «Знаменка», «Гимназия номер 1», «Сухоложский огнеупорный завод», «Здоровье», «Форес», «Центр досуга Курии», «СЦЗ», «Динамо», «Крановый завод». Игры будут проходить в спортзале спорткомплекса «Здоровье» по вторникам и четвергам с 18 часов и в субботу с 11 часов. На сегодня это все. До новых встреч!